Продолжается стихийное противостояние между общественностью, которая категорично настаивает на сохранении привычного облика улицы Богдана Хмельницкого, и компанией СД «Альфа Капитал», которая предполагает выстроить на месте снесенного дома спорта и клуба отдыха новый жилой комплекс. То, что девелопер имеет формальное право выстроить здесь многоэтажки, еще не значит, что ему удастся легко воспользоваться этим правом. Сколько лет прошло, но помню я. В этом, чего греха таить, действительно неказистом здании почти полвека назад вечерами пела талантливая девушка по имени София Ротару. Будущая народная артистка СССР и ее муж, практикант на военном заводе и трубач в студенческом оркестре, провели в Новосибирске медовый месяц. Сегодня история клуба «Отдых» заканчивается. Для работ по разбору здания исполнители выбирают удобный момент – канун выходных и сумерки. Ничего пока не происходит. Зарождался первый в районе клуб для молодежи тоже в боях. А это правда, что из-за строительства отдыха ваш отец чуть не выложил партбилет? Да, на момент строительства была опубликована статья одного молодого журналиста в центральной газете. И там, собственно, давался разнос деятельности руководства нашего предприятия, что жилья не хватает, а вместо жилья строится вот танцевальный зал. Есть сигнал, есть последствия. Директору завода химконцентратов Павлу Власову влепили партийный выговор. Работы на площадке остановились на стадии фундамента. Спас ситуацию административный ресурс. Цель-то какая была? Отвлечь молодежь с улицы. Правильно, в этом это главное направление было. Славский Ефим Павлович, будучи министром среднего машиностроения, взял на себя и сказал: строй, я буду отвечать. И в 1967 году, значит, клуб «Отдых» открыл, распахнул двери перед молодежью. Вот такая вот канительная история. У нынешней канители вокруг отдыха и дома спорта причины схожие, но мотивы совсем иные. Собственник объектов, девелопер СД «Альфа Капитал», решил строить жилье в некогда общественной зоне не в исполнении решений партийных съездов, а корысти ради. Когда в 2003 году мы купили клуб «Отдых», завода химконцентратов, да, действительно, у нас было в планах, чтобы почему и дом спорта-то потом, в принципе, приобретали. Первая идея была, что мы хотели построить там не жилой комплекс, мы хотели действительно сделать там спортивно-развлекательный комплекс. Но когда посчитали затраты и экономику... И так посчитали, прослезились. На круглом столе, проведенном редакцией портала КС онлайн до событий в отдыхе, и девелопер, и проектировщик демонстративно подчеркивают полезность проекта для города. Первая линия комплекса удалена от края проезжей части улицы Богдана Хмельницкого на 50 метров. Это специально было сделано такое решение, чтобы продолжить вот эту существующую эспланаду. Здесь у нас запроектировано 3 фонтана. И самое главное условие, которое изначально нам ставилось, это сохранение скульптурной композиции 3 музыкантов, которая еще была установлено в 1987 году, автор Геннадий Арбатский. В средствах массовой информации и сети интернет началась распространяться недобросовестная информация, касающаяся реализации нашего проекта. Мы считаем, что претензии, которые к нам сегодня предъявляются, они необоснованы, в результате чего страдает наша деловая репутация, и мы несем финансовые убытки. В настоящее время мы приступили к ограждению, подготовке строительной площадки к началу строительства. Но после планового демонтажа дома отдыха нам стали мешать осуществлять проект. Оговорка выдала ближайшие планы девелопера. О том, что вслед за домом спорта в мир иной отправят и отдых, топ-менеджеры СД «Альфа Капитала» намекали сразу. Клуб «Отдых» в настоящее время, он является убыточным, да, находится в плохом техническом состоянии. Естественно, собственникам будет принято решение о последующем его закрытии. Да. Естественно, в ближайшее время будет закрыто. Несмотря на непрекращающиеся акции горожан, право собственника сносить и строить на участке преткновения оспорить пока не может никто. Единственная надежда протестантов – возможное признание улицы достопримечательным местом. Был запрос от депутатов и жителей улицы Богдана Хмельницкого. На запрос было произведено первичное научное обследование, сформированы первые рассмотрения границ территории достопримечательного места.
Это очень большая территория от Сухого Лога до улицы Учительской. Процесс этот очень долгий. По Академгородку он проходил более года. Эксперты не очень высоко оценивают шансы участка от Сухого Лога до улицы Бардина войти в границы объекта культурного наследия «Красная Горка». Однако сам факт того, что вопрос рассматривается, дал городским властям возможность повлиять на ход событий. Мэр обратился к губернатору с просьбой ускорить рассмотрение вопроса по особому охраняемому статусу Богдашки и, пока суд додела, приостановил действие разрешения на строительство. Является ли активность спецтехники внутри клуба «Отдых» прямым нарушением этого распоряжения, еще предстоит выяснить. К сожалению, не очень удачный пример учета общественного мнения или игнорирования общественного мнения привел вот к серьезному возбуждению жителей Калининского района. Поэтому мы предпринимаем сегодня вот эти шаги. Я надеюсь, что этот мой административный ресурс, он возымеет свое действие. Сегодня мэр ищет возможность исключить уничтожение общественных и спортивных объектов в будущем. Я даю поручение сегодня взять на реестр каждое здание, где ведутся занятия, особенно с детьми. На чьей земле эти здания находятся? С тем, чтобы закрепить и не давать возможности затем, ни через общественные слушания, ни через какие-то решения менять зонирование этих территорий с тем, чтобы не менять функционал этих помещений. Ответственность за то, что уже уплыло, и в частности за перевод участков под отдыхом и домом спорта из зоны спортивных и культурных сооружений в общественную деловую, похоже, не суждено понести никому. Редакция «Прецедента» хотела поговорить об этом с Сергеем Боярским, нынешним вице-губернатором, который в 2009 году в должности вице-мэра отвечал за строительство и архитектуру. Но тот технично перевел стрелки на мэрию, где давно уже не работает. Люди не хотят жить так, когда за них кто-то что-то решает. Это их дом, они жили там десятилетиями, они выросли на этом месте. Поэтому очень важно, чтобы с ними считались.